Светка, ты что за таблетки мне вчера дала? Аналгин. Это самые тупые таблетки от боли. Я вчера вставила их подряд 4 штуки и толку ноль. Голова как болела, так и болит. Катя, а ты куда их вставляла? Как куда? Там же написано Аналгин. Ну я туда и вставила. Катя, Аналгин, несмотря на название, нужно принимать через рот. Блин, я не знаю, это какой-то юмор. Ну, смешно, конечно, но как-то так тупо, что вообще капец. Ладно, берегите себя и будьте счастливы.